Бюджет Одинцовского района до 2020 года составит свыше 13 миллиардов рублей. Начальник финансово-казначейского управления администрации района предложила депутатам проголосовать за его увеличение за счет налоговых поступлений. Людмила Тарасова подчеркнула, что все эти средства будут направлены на поддержку социальных программ. Дополнительно получим в сумме 4 миллиарда рублей, из которых почти 501 миллион рублей, то есть к плану плюс 300 миллионов рублей – это бюджет района, который мы сейчас и увеличиваем. Эта сумма складывается по декларациям за 2017 год по доходам физических лиц от продажи имущества. Депутаты инициативу поддержали. Часть средств пойдет на создание проекта строительства новой школы в Горках Вторых. В поселении остро стоит этот вопрос. Ведь старое учебное заведение не отвечает современным требованиям. Губернаторам поставлена задача эту проблему решить. Глава муниципалитета дал поручение руководителю администрации проработать вопрос и поставил четкие сроки выполнения. До 30 августа вы должны договориться, предоставить с нашим с Александром Александровичем все правовые механизмы и их запустить. Потом вынесем тогда на совет и затвердим общую концепцию. Так, чтобы в этом году мы имели земельный участок и смогли проектировать, тем более, что деньги заложены, как уже озвучила Людмила Владимировна, проектировать, чтобы пройти экспертизу в начале следующего года и проторговать строительно-монтажные работы, а в 2020 году сдать. Еще раз подчеркну, для нас срок – это 2020 год, сдача объекта 1 сентября, там должны быть дети. Также депутаты приняли ряд решений, которые касаются передачи прав на муниципальную собственность из района в городское поселение. По всем 10 вопросам парламентарии были единогласны. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».